Всем привет, дорогие друзья, с вами Никита, и сейчас речь пойдет об очень интересном 3D-платформере под названием Mission Sword от разработчиков ClickConnect, которые тоже мне мало известны, которых я никогда не слышал, но однако они выпустили достаточно качественный продукт для того, чтобы убить в него парочку часов, а может даже и пройти до конца. Эта игра включает в себя полноценный сюжет, правда, на английском языке, что разочаровывает, но особых знаний и не нужно, чтобы понять, что происходит, потому что, ну, можно сказать, банальный. Вы будете проходить локации, убивать просто тонну всевозможных врагов, при этом на вашем пути будут встречаться боссы, которых вам нужно будет убивать. При этом вы будете прокачивать вашего персонажа. За каждый новый уровень вы получаете одно очко, которое вы можете потратить на таланты. Есть ветвь талантов, которые включают в себя атаку, хп, комбо, урон от ваших скиллов и так далее. То есть вы будете сами прокачивать героя там на хп или на урон. Это решать вам. Ну, в принципе, довольно прикольная система, плюс здесь есть ачивки, во-первых, ачивки обычные, которые внутриигровые, и еще ачивки от Google Play, которые Google Games, тоже довольно-таки прикольная фигня, затягивает, тут игра достойна для того, чтобы поиграться в нее. Ссылка в описании под видео, обязательно пишите комментарии, что вы думаете по поводу этой игры, стоит ли ее проходить до конца, или же она на 5 минут установил, поиграл, посмотрел, удалил. Мне будет интересно почитать ваше мнение. А пока, думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на меня в Твиттере. До новых встреч, пока-пока.